Дорогие друзья, следующую композицию мы хотим исполнить специально для Анастасии, у которой буквально на днях произошло знаменательное событие, чрезвычайно радостное, праздничное, наверное, самое главное в жизни для каждой женщины. Анастасия стала мамой и произвела на свет Александра, защитника. Защитника для себя и для всех нас. А мы хотим поблагодарить Анастасию за то, что в свое время она активно помогала созданию проекта «Апельсин». Следующая композиция, которая называется «Любовь», звучит специально для Анастасии. Thank you.